в огурцах мы представляем несколько гибридов. Первый из них – это каприкорум. Я не зря его поставил самым первым, потому что это самый ранний гибрид в нашей линейке. И в первом обороте на нашем демо-станции он получился раньше. И во втором обороте он тоже получился раньше, на один-два дня. Также, что хочу отметить, что это гибрид букетного типа. То есть он вяжет 3-4-5 завязей. Поэтому не жалейте удобрений. То есть он готов, растение мощное. Если вы выращиваете каприкорум, растение мощное, корень мощный. Он вытянет все завязи, просто ему нужно дать правильное питание. Также на каждом слайде я привел небольшую динамику продаж по каждому гибриду, как мы развиваемся с начала нашей работы. Ну, на каждом гибриде она идет вверх, поэтому я не буду сильно долго останавливаться на этих графиках. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.